Друзья, у нас минус 10. Показываю утки на улице. Но это те, кто говорят, что они там отморозились все сразу. И ведро стоит. Вот, все сразу отморозились у кого-то. Вот, минус 10. Сегодня минимум было минус 5 днем. Дым от меня идет. Я простужена, конечно, немного, но... Кашлю, извините. Вот. Ну, пожалуйста. Ути гуляют. Время сейчас, не знаю сколько, наверное, около, может быть, 4-5. Что-то где-то вроде этого. Вот сегодня с мужем проводили им, на всякий случай, если будут сильные морозы. Так, там вообще одна металлическая стена. Ну, профнастил идет, забор. Вот. Ну, подстилка, правда, у меня там хорошая. А так там вообще ничего нет, в принципе. Ну, ничего, они прекрасно себя чувствуют. Вот. Завтра буду разделять селезни от уток отдельно. Потому что уже они паруются. Реально жалко уток. Утки еще не готовы, утки еще не несутся. Вот, я обычно сажу уже так, когда утка снесла яйцо, тогда уже опускаю к селезню. А так я стараюсь держаться отдельно. Вот тут у меня этот старпер мой руководит процессом. Гоняет молодняк пацанов. Вот. Он еще не оброс, еще хвост не вырос. Ну, ничего. Они тоже сейчас еще в линьке, еще перья не все поменяли. Вот. Ну, просто я говорю, чтобы не боялись. Самое главное у них это, чтобы подстилка была не ледяная. Ну, то есть, и не мочили ноги. В принципе, все остальное они нормально переносят. Шуба у них теплая. Пуха там до хрена. Вот. И я их не держу в помещениях, то есть я их закаляю максимально. То есть у них двери максимально открыты. Ну вот сегодня буду закрывать на ночь. Вот чтобы не выходили вообще. Ну то есть, а утром выпускаю их опять. Вот. У меня коты просто умудряются залазить. Вот. И тем самым утки могут выйти. Ну... Я считаю, что лучше, чтобы они сидели на месте. Что такое? Вот, пожалуйста, Матильда здесь орудует. Моти, что ты хочешь? Что, Моти, тебя снять тоже, да? Да ты что? Вот. А так, вот такая компашка. Так что никто ничего не отмораживается. Никаких таких проблем у них я не заметила. Глаза горят. Моти, а ты все-таки уже здесь, да? Ну, давай. И Мотя тут пришла тоже сниматься. Вот. Да, да. Ну, ты же вообще звезда самая важная. Сейчас они тебе как дадут чертей. Выходи. Выходи, выходи. Вот. Они, кстати, молодцы. В принципе, всех выгоняют. Чужих тоже выгоняют. Вот, у них все так очень, очень чинненько. Вот. Котов чужих они не любят вообще. Если мои еще могут пойти у них воды попить, то чужие нет. Вот, так что, в принципе. Вот, слушай, Мотя, ну ты вообще на голове, да? Мотя, вон уже где. Слазь. Мотя решила. Мотя за мной, знаете, что бегает? Она же знает, что я рубаю птицу. А она страшно любит это. Головы, там, кишки, внутренности. Ее хлебом не корми. И она вот это ходит, меня просит, что давай уже кого-нибудь иди рубай. Чтоб ей что-нибудь вкусненькое досталось. Мотя, отстань. Вон она, звезда моя. Вот, потихоньку уже утки начинают заходить. Вот жду. Сейчас зайдут и всех буду закрывать. Давайте, ребята, протаскивайтесь сюда в дырку. Вот. Сейчас, когда так холодно, подстилку подсыпаю каждый день. Потому что за ночь они ходят в туалет. Ну, естественно, там мочат.
Но подстилка, предупреждаю, должна быть обязательно у них сухой. Подстилка не должна быть мокрой. Вышел поросенок. Так что вот так. Сейчас уже последние глотки воды и закрывать буду их. Загонять. Кстати, они достаточно послушные. Мать, ну что ты творишь? Ну пока вот не свалилось, нет? Что за мода? Сейчас тебе утка даст чертей. Получишь сейчас вот от них от всех. Вот видите, уже утки начинают девочек обижать. Поэтому девочки сегодня уйдут отдельно, будут жить. Вот. Как раз могу нормально отобрать утаков, но вот этот старпёр остается. Это из моего основного племенного стада. Вот так. Это вот так жемчужный. Вот. Он уже у меня умный, наученный. Вообще их нормально держать до 3-4 лет вообще без проблем. Можете даже и больше. Вот у них ни на чем это не откладывается. И несутся они так же. И вообще. Только они мамки лучше с возрастом становятся. Более такие усидчивые. Более такие разумные. Вот. Так что наболтала я тут уже, блин, почти на 7 минут. Не знаю, сколько это все будет грузиться. Так что вот так. Всех с праздниками. Вот. Пусть у нас у всех все будет хорошо. Пусть будет мир. Вот. Здоровье. Самое главное, ну, счастье в доме. Вот, и радости побольше. Так что всех благ.